Ну, я бы больше задал вопрос, секрет ее такой потрясающей красоты и элегантности, да, потому что всегда к женщине здесь больше предъявляется, ну, не то что претензия, а больше внимания. А вот как раз здесь, я так думаю, она черпает силы, во-первых, это огромная любовь к своей стране и к своему народу. И, конечно, знаете, как у нас всегда говорят, вот супруга, очень важно, кто стоит вот рядом с мужем, да, мы всегда замечали, что успешные мужчины, рядом с ними всегда очень интересные женщины, которые, может быть, не являлись там на первые роли, но они всегда вот были таким мощным и опорой, и мощным движением вперед. Поэтому, мне кажется, все это вместе ей дает и силы, и свою страну, и своего супруга, и свой народ показать в лучшем свете. Ну, мне кажется, это очень важно. Вообще люди, которые не только медийные, а еще при этом очень уважаемые. Я видела, с каким уважением относятся к Михаилу Ивановичу. Когда возглавляет вот такие мероприятия, да, когда она и ведет художественную гимнастику, когда она вместе с супругом приветствует свою команду на соревнованиях. Ведь поймите, спортсмены и участники тоже люди очень эмоциональные. Когда они видят, что это в интересах страны, и в интересах людей, которые занимают определенные позиции. И плюс, когда еще вот есть люди очень известные, на которых ты сам как-то ориентируешься, это придает и другую значимость, и самое главное, и другое отношение к любым мероприятиям, которые проводятся. Что вот я могу сказать, в прошлом году у нас были одни, вот у нас спортсмены, да, в этом году приехал Коля Валуев, там, Карелин. Это даже иногда не дети. Если еще на Валуева больше дети реагируют, то вот тренеры, руководители, родители, потому что вот я-то вообще, кажется, из прошлого века, если брать по спортивным результатам и достижениям, но все равно это передается, потому что когда ребенок видит реакцию своего тренера или своего отца или матери, то у него тоже начинается интерес, что же так тронуло этого моего взрослого наставника или родителя. Поэтому, мне кажется, это очень важно, потому что иногда есть такое, ну вот, типа свадебные генералы. Нет, это не свадебные, это люди, которые создают особую атмосферу, создают особый фон и могут достаточно успешно работать в этом направлении.